Понимаешь, война кончается, меня ломает. Я боюсь здесь на выходе сдохнуть. Я не пойду. И ты не пойдешь. Сиди. Чего ты так на меня смотришь? А? Что ты себя Джеймса Бонда корчишь? Из Лондона он прилетел. Ты что, хочешь сказать, что ты ничего не боишься? Боишься, больше меня даже боишься. Зачем ты вообще приехал? Я приехал, потому что страшно было. Там, в Лондоне, страшно было. Страшно, что все рушится. Страшно, что ты никому не нужен. Что мы с тобой никому не нужны. Своей стране не нужно. А сюда приехал, чтобы было просто. Вот друг, вот враг. Все. Отличная команда. Два труса. Один в Афган приехал от страха. А другой боится, что война закончится.